Ведущий Сергей Кизоркин представляет, что в руках у него не лопата, а хоккейная клюшка. Спортсмен со стажем даже на субботнике делает пасы прошлогодними листьями. Считает, что уборка не разовая акция, а способ поддерживать чистоту. Это как с 8 марта и с 23 февраля. Ну, не нужно дарить цветы любимой женщине только 8 марта, да? Вот, так и во дворе. Вышел около своего подъезда, убрал там во дворе порядок наводи, дворнику помогай. Понятно, что один человек там 2-3-4 двора не потянет. На уборку вокруг офиса вышли сотрудники всех отделов телеканала «Самара ГИС». Еще с утра навели порядок на своих рабочих местах, и пока по всему городу снимаются новости в программу «События», проводят время с пользой на свежем воздухе. У меня есть желание выйти в субботник на работу. На самом деле хочется, чтобы город был чистый, ну пусть даже пока не весь, но в каких-то вот местах, которые хочется, чтобы они были чистыми, я думаю, что я смогу в этом помочь и с удовольствием каждый раз выхожу. Ну, во-первых, действительно, когда люди сами убрались, пусть даже 5 минут, 10 минут потратили своего свободного времени, они уже по-другому относятся. Быстрее весна наступает, и настроение лучше делается. Субботник стремительный, задерживаться нельзя, процесс телепроизводства ждать не будет, но 5 минут на чай все же выкроили. Поработал — отдохни. После ударного труда на субботнике «Самара ГИС» пришло время угощения. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, «События».